На Хазинском молокозаводе полностью автоматизированное производство, которое не допускает прямого контакта с сырьем. Да и в сами цеха просто так не попадешь. Перед входом строгий контроль чистоты. Это моющее средство. Мойте руки, намыльте. Мыло, да. Потом левее берем, левее. Вот смываем хорошо, не убирайте руки, просто хорошо смоем. Обработка, повернули и проходим. Если что-то сделать неправильно, система вас просто не пропустит дальше. Когда речь идет о пищевом производстве, мелочи не бывает. И только после этого уже можно пройти в цеха, где и создается вкусный, питательный, экологически чистый молочный продукт из сырого молока, только-только привезенного с ферм. Хазинский молочный завод работает только на натуральном сырье. Сырье мы получаем с хозяйства Алга в Краснокамском районе. В настоящее время мы перерабатываем порядка 12 тонн сырого молока. Но вот увидеть молочные реки на этом предприятии не получится. Ведь начиная от момента поставки до выхода готового продукта, все процессы протекают в закрытых цистернах. То есть абсолютно бесконтактное сырьем производство. На данный момент предприятие расширило линейку готового продукта. В линейку нашего ассортимента входит молоко жирностью 2,5%, 3,2%, а также цельное молоко. Кефир – это жирностью 2,5%, 3,2%. Вот, фасуем мы кефир и молоко, традиционную, так сказать, для нашего потребителя, покупателя – это пленка, а также PET-бутылка. Вот. Затем, у нас есть также производство КТК, ряженки, сметану производим 20%, сливки 10%, и есть у нас еще производство творога и масла. Глава администрации Краснокамского района посетил молокозавод и оценил масштабы производства. С руководством предприятия обсудили его развитие и рабочие вопросы. Хазинский молокозавод является одним из лидеров молочного производства в республике Башкортостан. Главное его отличие от других предприятий – то, что они полностью используют натуральное сырье и выпускают экологически чистую продукцию, которая используется в детских учреждениях, идет в торговлю для жителей Краснокамского района, города Уфы, Нефтекамска. Очень важно, что большую часть сырья поставляют наши предприятия «Алга», тем самым обеспечивают экономический рост не только Хазинского молокозавода, но и сельхозпредприятия. Это работающее успешное предприятие мы и дальше будем поддерживать не только на уровне администрации района, отдела сельского хозяйства, но и Республики Башкортостан. Хорошие связи налажены с Минсельхозом в настоящее время. Мы и дальше будем на следующий год их дальше развивать для того, чтобы поддерживать нашего производителя, чтобы эта продукция и дальше была востребована на рынке Республики Башкортостан и соседних регионов. В ходе рабочей поездки на Хазинский молокозавод глава администрации Краснокамского района поделился своими планами по поддержке молочных ферм. Основная задача – помочь сельхозтоваропроизводителям увеличить выход молока для дальнейшей поставки на Хазинский завод.